Я хотел задать такой вопрос. Вот вы находились постоянно с Рабашем, и получается, что такое было как бы некое преимущество или спокойствие. Вот как почувствовать низость в таком состоянии? Вот как отменить себя перед Творцом и знать, что ты самый низкий, как бы, что самый разбитый? Я хочу только сказать вам, что если вы думаете, что быть вместе с каббалистом — это что-то хорошее, что продвигает вас и может вас продвинуть к духовному, это неверно. Это не так. Это не так. Это очень путает. Это требует намного большего внутреннего и внешнего усилия. Не думайте, что это то, что выпадает какому-то человеку, так он счастливчик. Ему повезло. Нет в этом никакого везения. Буквально нет. Я хочу сказать, Раф, что я счастливчик, как бы, что у меня есть прекрасная десятка, удивительная, все рабочие, просто невероятные товарищи. И я чувствую некоторое как бы спокойствие. Вот как почувствовать недостаток в таком состоянии? Ты должен относиться к десятке как творец. Просто, как добрый, творящий добро ко всем товарищам. И все. Не более того. И не более. Так и относись.